Славные сыны Башкортостана. Все наши предки были славными, мужественными и удачными воинами. Они защищали свою землю и не склоняли голову перед захватчиками. Они всегда воевали на стороне правды, защищали славу, уважали права и обычаи соседей. И никогда не завистничали. Как же случилось, что вы поверили лживой пропаганде и оказались в рядах захватческой армии, которая напала на суверенное государство Украины? Вы своими глазами видите, что русские на основании разрушают украинские города и села, убивают мирных граждан. Вы понимаете, что в Украине вас никто не ждал. Вы для них оккупанты, враги, которым не будет еще. Разве такими были наши национальные герои, которым мы хотим подражать? Салават Юлаев сражался против русских захватчиков за независимость Башкирии. Ахметзаки Валиди рушил Российскую империю и создавал независимый Башкортостан. Даже генерал Минигали Шаймуратов геройски боролся против немецко-фашистских захватчиков, защищал свою родину, но не нападал на независимое государство и даже не мыслил оккупировать чужие страны. Опомнитесь, башкиры не убийцы и не захватчики. Поэтому каждому из вас решать, кем вы войдете в историю. Защитниками добра или слугами злой империи. Верим, что каждый из вас делает правильный выбор. А мы свой выбор сделали. Помогаем украинцам защищать свою свободу и независимость. А потом мы будем бороться за независимость нашей земли, нашей страны, Башкортостана. Мы ждем вас. Весна свободы близко.